два, три. Всем привет, привет, YouTube, иди сюда, Саша. Подожди, сейчас я машину перетучу на минутку. Подожди, подожди, подожди. Да. Это будет слышно. Давай, где ты? Раз, два, три. Всем привет, всем привет, привет, YouTube, солнечная Италия на проводе. Я Саша, это мама. Мы начинаем вещать уже вечером, у нас уже около, у нас 7 часов вечера. Мы ждем Макса, видишь, Сонька? Мы ждем Макса с Карлосом, они сегодня работали вместе. Здоровайся, Софийка. Всем привет, Адуан. Это самое, многие, кстати, спрашивали, говорят, работает ли Макс с Карлом вместе? Я котенок. Да, они работают вместе, подрабатывают, официально нет. Макс его приглашал к себе работать, но я как бы против, не знаю. Я думаю, что, девчонки, не надо спускайтесь, то упадете, девочки. Я как бы, я, например, против, потому что, ну не знаю, я считаю, что, ну он такой тяжелый на характер, потом еще, когда начинаешь работать, отношения портятся, знаете, как всегда говорят, что не занимай никогда деньги у друзей, да? Потому что отношения потом испортятся. Кстати, хочу сказать за волосы. Немногие девочки написали, у вас новый утюжок, у вас новая расческа, а девчонки нет. Я старую расческу не выкинула только потому, что я в плитке в ванной забила гвоздик себе. Не помню уже для чего. Забила гвоздик, у меня отвалилось пол плитки. Плитка недорогая, вся точно такого цвета голубого. Сама Карла никогда не будет тратить там на какую-то там... То есть он считает, что надо жить по минимуму, то есть как бы главное поесть, попить, а все остальное для необходимости как бы у нас есть. И как бы сложно с ним, с этим бороться, хотя я очень хочу заливной потолок, заливной унитаз, заливной биде и все заливное, как это делают в Украине. Я в Одноклассниках балдею, когда смотрю альбомы, когда показывают ремонты, эти шторы обалденные. Мне всего это хочется, но тем не менее меня это не коснется, это точно. Вот, и... Я отломала, когда вбивала гвоздик, у меня плитка, кусок плитки отвалился, и, естественно, надо было чем-то дырку закрывать. Я думаю, ну как раз, он же не знает, что расческа не работает. Думаю, повешу туда расческу, ну, как бы закроет эту дырочку, повесила себе. А потом, уже сколько же у меня, наверное, месяцок прошел, да, как я сказала, что я ее поломала. А потом вот мы на днях пошли вот в магазин, и я стояла, там была такая красивая прям пиастра вот эта вот, которая выпрямляет волосы, не расческа электрическая, вот эта вот пиастра, как они, щипчики называются, не помню. Вот, и я еще увидела, я говорю, ой, надо мне такую купить. Он говорит, так у тебя же есть эта расческа. Я говорю, не, ну это маленькая, она такая была там мини, типа мини-пиастра, типа стоила там 15 евро, типа, но она так собиралась, как бы дорожная. Я говорю, так это же дорожная, ты что, это же мини, мне дорожная нужна. Он это куда ты собралась, дорогу что ли? У тебя и та раскрывается, подумала я про себя, сейчас он мне скажет. Вот, а на днях все, что там мыло, перемывала. Кстати, сегодня тоже не хотела видео снимать утром, потому что думаю, не, надо... закончить уже уборку, все драете, и шторы сегодня в зале помыла, и все поменяла, и мебель все начистила, все классненько, красиво получилось, вот, и, думаю, дай-ка я включу, включаю на днях, она у меня, кажется, работает, то есть, правда, она как-то так работает очень сильно, видно, там какой-то или проводочек отходит, или чего, но все-таки, вот видите, ревлон, казалось бы, да, то есть, как бы, что ж я стою, я привыкла здесь стоять, просто у меня теперь свет есть, кстати, я тоже там уже закончила свою идею, на лампочке задела ее. Карла говорит, Марина, сними эту тряпочку, ты ее не так повесила. Такое впечатление, что ты мыла люстру и забыла там ченч. Ну, типа, ченч, ну, вот, тряпку для мытья. Убери, говорит, потому что это. Я, говорит, ее красиво повесила, ты ее некрасиво повесила. И такое впечатление, что ты ее там забыла. Там мыла и забыла. Вот, а сегодня должна была вести детей к Максу, но так как Карла поехала сегодня с Максом работать, они машины перегоняли. Не знаю, сейчас ждем, должны за нами заехать и поедем куда-то поедим. Сегодня вторник, завтра среда, мой любимый день. Покажу я вам законченный вариант своей лампы, как я придумала. Хотя еще, конечно, это еще в голову влезет столько вариантов. Но это при таком свете вот так лампочки мы так до сих пор еще не купили. Вчера был понедельник, естественно, этим никто не занимался. На видео не знаю, как смотрится, но это вот фиолетовая тюль. Надо ее потом будет поправить там. Вот здесь освещение классное, даже вон моя елочка висит новогодняя. Потом кто-то написал, а, девочки, не до сих пор еле разбираюсь с смс-ками, как отправлять. Не знаю, одному кому-то получается отправить, кому-то нет. Ну, наверное, еще потому, что я не сижу, то есть я вот не сижу, не учу, вот именно там, знаете, вот надо время сесть спокойно, а мне постоянно куда-то идти надо, что-то делать надо. То ты постирал, то ты вывесил белье, то ты его занес в дом. Постоянно я в движении, и нет такого вот свободного времени, что сел и все. И кто-то сегодня написал, что типа вот рано елка. Ну, во-первых, я видео сказала, что я хотела поделиться этим раньше, для того, чтобы потом не делиться, как бы, может быть, для кого-то какой-то идею почерпну для себя. Я не говорю, что это гениально, но тем не менее.
Может быть, кто-то пошлет на себя какую-то идею, это будет раньше, потому что потом перед Новым годом постоянно нехватка денег, надо покупать всем подарки, то есть все, поэтому сделай заранее. На следующий комментарий, что без снега и холода не чувствуется Новый год, это неправда. Вот вы знаете, вот как бы вы ни приходили уставший и заряженный негативной, может быть, энергией с работы, раздраженный, но когда заходите в дом, и в доме горят свечи, и уже у вас предпраздничное настроение, то есть вы будете знать наперед, что скоро праздник, оно вообще всю лихорадку как рукой снимает. Не знаю, у меня вообще классно. Конечно, я еще буду это делать. Полки мои пустые, девчонки. Полки мои пустые, вот это вот моя полка, сейчас ее видно? Сейчас. Найду там где. Или вот сейчас вот здесь встану, вот так. И куда нажимать? Сейчас. Не знаю, куда нажимать, ладно, потом покажу, вот так покажу. Моя полка вот эта вот поменялась, да? Опять же, Жадина вчера замеряла размер, чтобы сделать фотку нашу с Карла. Вот так вот она теперь выглядит, вся она там блестящая, вся сверкающая. Написали тоже, девочка она написала, наверное. Марина, уберите свои комбайны, говорит, они так все портят, у вас так красиво, ну, насколько я помню, если так было написано. На что я ответила, что я так хотела убрать эти комбайны, я их, конечно, убрала. У меня руки чесались уже год. Эта полка, вообще, сейчас я исключу, эта полка была сделана именно для Карлоса комбайнов. То есть он для себя лично эту полку. Он говорит, ну столько полок на кухне. Говорит, это точно вот полка моя для моего комбайна. Говорит, я на них работаю, пусть она будет моей. И я такая, да. Наверное, год они там и простояли на той полке. Ну, а я вчера с этими комбайнами несусь, короче, прям, ну, не протираю их, чтобы убрать. Он говорит, а что ты у моих комбайнов убираешь? Я говорю, так, сейчас Новый год, я говорю, давай, будет красиво, потом, говорю, Новый год пройдем, мы их поставим, потому что ему так удобнее. Но я давно руки чесались, и вот видите, как убрала. Эти полки мои до сих пор еще пустые. Там еще надо еще что-то думать, сюда что-то думать. Ну, а здесь уже сделано все. Единственное, что вот на ту вазочку я хочу там кое-что подправить. Вот, ладненько, девчонки, вот так вот. Так что у нас все нормально, собираемся мы. Посмотрела сейчас Малахова. Опять же, ДНК все сдают, вообще красавцы. Мне там еще кто-то тоже, давайте сегодня так и назову видео, ваши комментарии, ответы на некоторые комментарии. Кто-то тоже написал сообщение, что типа, чему, кто-то написал, ой, Марина, вас надо учиться, вы такая мудрая женщина, спасибо вам большое вообще, честно, от чистого большого моего сердца. Вот, я такая, ой, блин, такой комментарий классный вообще. Под низом приходит комментарий такой, чему учиться, трех мужей поменять, лучше уж по старинке. За одного и на всю жизнь. Ну, а кто-то там потом уже девчонки начали отвечать, да, с одним на всю жизнь, чтобы был и курил, и всякую, короче, еще заразу доносил. Вот, и к чему я вела? Подожди. Посмотрела Малахова и хотела вот на ваш комментарий ответить, что вы понимаете, видите, как, я не знаю, здесь такими вот порциями в Италии мужики, ну, не сдают ДНК, как-то нет таких проблем узнать, от кого ребенок. Берут и замуж, и с двумя, и с тремя, они женятся на вас, они берут вас как женщину, они берут вас как домохозяйку, и, чтобы вы варили борщи с утра до вечера. Ну, это ошибочное мнение совершенно. Ладненько, девчонки, вот так. Потом еще какой-то, может, комментарий был, сейчас на ум придет. За какую-то косметику меня постоянно спрашивают, какую-то косметику, пишут марку этой косметики. Девчонки, я не пользуюсь. Я иногда забегаю в Кико что-нибудь покупаю, еще куда-нибудь такое подешевле. У меня есть там какие-то, у меня есть помады от Dior, давно уже остались, румяна Dior, я маме вообще переслала в Украину. Не знаю, я как-то не бегу за марками, я могу купить даже вещи за 10 евро, если она мне нравится, нормально, как вот эту вот кофточку, она мне нравится, мне неудобно, она домашняя, и тем более, особенно ехать, вот когда я еду на какие-то ужины, где есть все жены Макса, чтобы не выделяться, не наряжаться, я же там не пойду туда. То есть я не накрашена, я крашу только одни стрелки, не крашу ресницы, то есть мне незачем выделяться из толпы, так скажем, чтобы потом обо мне это там за спиной еще там говорили. Вот, ну и все, потом, по-моему, вот так вот, больше таких новостей на сегодня нет. Сашка наша на гитару записала. Сашка, иди гитару покажи. Сашка наша записалась гитара, гитара еще не ее. Гитару я попросила у подружки, ей потом куплю на Новый год. Мы, ну, сейчас или пить будем, или драться будем. Давай, вставай на стул, Саша, на гитару. Я на консоли. Сашка начинает в пятницу гитару. Покажи, какая она маленькая. Ага. Давай. Консоли, давай. Итальяно веро, давай. Лашати ми кантай. Давай, раз, два. Лашати ми кантай. Кола гитара и нано. Perché sono fiero. E sono innamorato. No, sono italiano. Vero. No,
на конференции. Подожди, Дуся, сейчас я договорю, видео будет долгое. Мы завтра сделаем видео. Дуся, я устала уже. Я устала говорить, хотела сказать. Не знала, как отмазаться от малыши, я устала уже. Не, потому что сейчас что-то говорить будет видео долгим. Мы потом скажем. Хотела сказать за гитару, я потом забуду просто Софи. Записала на гитару с гимнастикой. Хочется ей танцевать и гимнастика, но она сама такая подвижная, она думает, бегает, прыгает. Кстати, София столько видео наснимала, я ни одну не загрузила, потому что как-то она эту камеру она снимает сама, естественно, самостоятельно, камеру дергает, где-то света не хватает, стоит против света. Так, а Сашка постоянно у нас движение танцует, и я ей говорю, Доца. Но за 3-4 года ни одного шпагата. Она у Карла, когда ходила к нему в спортзал, занималась кунг-фу, малая. А она у него за 2 недели села на поперечный шпагат. Я говорю, Доца, ну я плачу такие деньги, ну 40 евро на тебя в месяц, 40 на нее в месяц. Плюс еще одежда, я в том году потратила 300 евро за сумки, обруча, ленточки и все остальное. Потом еще костюм у вас выходит 45, еще за то, чтобы вы пошли посмотрели на нее, вы еще деньги заплатите, 15 евро за вход. То есть вообще грабеж конкретный. Когда ты приходишь еще на это все смотреть, ты не смотришь, как у нас там девочки все отработаны, как в пионерском лагере танцоры, гимнасты. Там такое впечатление, что ты пришел на... Ну, такое, знаете, как на главную репетицию, можно сказать, как на прогон, знаете, так. Пришли, посидели на прогоне, посмотрели и не удовлетворились. Я говорю, Доца, ну давай, если ты хочешь, давай, может, на музыку пойдешь. Здесь вот рядом с домом есть школа музыкальная, давай пойдешь на гитару. Она, да, но она еще в том году просилась. Но я говорю, давай на следующий год на гитару, ну, в этом уже точно. На гитару мы идем на собеседование в пятницу. Сашка начинает гитару. София в том году записалась на гитару. Мы платим 60 евро, мы платим за то, что мы записались, и потом 240 евро, по-моему. Я не помню, потом скажу, вспомню. Не вспомню, мне скажут. Там или 140, или 200, или нет, 160, или 240 в месяц. Я не помню, но записаться 60. София в том году пошла записываться, потом увидела, что... А Сашка пошла на гимнастику. Сашка выбрала гимнастику. И когда пошла Сашка покупать себе обруча, и туда смотрю, просто волосики хорошо сегодня уложила, прям так соскучилась уже за распущенным волосом все это время. Волос был завязан, что прямо на себя любуюсь, на красивую. Прощайте меня. Вот, и София пошла в том году, записалась на гитару, а потом увидела, что мы покупали все это Саше. И, естественно, она сказала, не хочу на гитару, хочу идти на гимнастику. Походила в итоге 2 месяца или 3 и бросила, потому что надо заниматься, она не усидчила. Но точно так же она, естественно, от гитары отказалась в этом году, когда увидела гитару. Я почему не говорю, что эта гитара не ее? Потому что я попросила подружки, хочу посмотреть, как она будет ходить, для того, чтобы потом на Новый год купить ей уже гитару. Ее такую первую, потому что сегодня видео так будет называться. Ответы на ваши вопросы и мое потому что. Вот, и хочу посмотреть, как она будет ходить на эту гитару с таким энтузиазмом, потому что сейчас она эти 2 дня прям вообще на ней брынкает, конечно, расстроенная, надо настраивать гитару. Вот, и София, я сказала, ты в том году записалась, не пошла и подвела людей, потому что там считают по людям. То есть, если ты... Вот Макс звонит сейчас. Пронто? Диме, Макс. Сема пронте, ты дови сей. Ого, козитарт. Давай. Порто мила сиджула, пер фаворе. Но пер фаворе, я тебе кидаю пер фаворе. Дурит меня. Джатка мне подарила этот самый такое кресло интересное. Ну, потом покажу, если домой привезу. И Макс сегодня как-то его привезти не может, так как Карл машина не вмещается. Ладненько, так, чтобы не перебивать видео. София сказала, в том году ты записалась, на твое место хотел прийти ребенок и не пришел. Потом, когда заканчивается запись, уже не набирают группу, то есть группы сформированы. То есть получается, что и преподаватель потерял из-за того, что ты отказалась как бы идти, и другой мальчик не пошел, потому что ты заняла его место. Поэтому в этом году ты посидишь хорошо, подумаешь, чем ты хочешь заниматься. Хочешь заниматься рисованием. Рисование стоит очень дорого, так далеко, где-то в центре, надо узнавать, посмотрим, потому что тоже заплатить такие бабки, там же у них платят не только за месяц, надо еще заплатить за то, что туда записан. Ладно, все девчонки, мальчишки, всем мои пока-пока, до завтра, увидимся завтра, я пошла еще детей собирать, после того, как они там нарядились, собрали сумки, и мы поедем к Максу, может быть, я даже сниму видео. Все, всем пока и...